Всем Альт 1, друзья, с вами Витёк. Итак, вот интересная развязка, вроде бы все хорошо, ничего не способствует беде, но все равно они попадают в аварию. Собака налетает на тот самый обрыв и просто падают камни на дорогу. Итак, что мы будем с вами делать? Я не знаю, там за мальчика можно было, по идее, пройти и получить медальку. Давайте попробуем сделать как-то по-другому, чтобы охотник все-таки смог получить медаль. Может быть, на этом он успокоится, и собака тогда не побежит к обрыву. Так, посмотрим сейчас на ситуацию по-иному. Да, не забываем писать хэштег «Витёк, привет». Обязательно в каком-нибудь из роликов я буду передавать привет и постараюсь, естественно, каждому. Итак, снова ветер. Давай, это мы видели. Так, у нас, по идее, сейчас мяч, да? Собаки здесь нету. Опа, охотник дает проход. Все происходит сейчас в одно время. 100 пудов, нам реально нужно бежать сюда. Так, бу-бу-бу-бум. Давай, наверное, да, вот здесь вот мы сейчас пройдем. Ну, можно было через ворота, но фиг с ними. Так, вот, все. Я надеюсь, у нас сейчас с вами все получится, потому что я точно видел там детский проход. Так, мостик. Ага. Да-да-да, смотрите, мячиком бьем бочку. Это же его конек. Там ворота закрыты, да. Так, попробуем пройти. А, нужен мяч. Нужен мяч. Давай, берем. Как он ржет смешно. В другую сторону падай. Так, есть контакт. А, ему медаль не нужна, да? Мы ничего типа не сделаем. Давай, откроем, что ли? Ох ты, слабак. Ладно, она с другой стороны открывается. Надеюсь, эти действия сохранятся. Так, здесь мы можем пройти? Нет, с той стороны открывается. Ничего страшного, не вредничай. А здесь? Он слишком слаб. Воротина тяжелая. Ладно, ему сюда, скорее всего, и не нужно. Возвращаемся назад. Так, а сцену нам не отмотают, как это было в прошлый раз. Мы просто вернулись к деду, и все произошло само собой. Так, я надеюсь, все наши действия сейчас сохранились. Не зря же мы сюда бегали так долго. Мы ударили две бочки, и теперь мы снова поиграем с дедом. Так, отлично, все, к концу дня, да, значит, сработало. Ну, придется посмотреть снова эту неприятную сцену. Нет, здесь все мило, ветерок, змей, счастливый дед с внуком. Какой у него классный смех, а? Блин, как же он нравится. Ну, здесь все понятно. Здесь у нас все знают. Так, хорошо. Зафиксировали. Так, собака, да, побежала за нами, все как есть. Нам нужно сейчас переключиться на охотника. Давай, давай, давай. Да, все случилось. Да, 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 это все страшно. У нас снова машина с камнями. Так, давайте охотника. Часов. Меняем карточку. Так, нам придется все проделать заново, я так понимаю, да? Ну да. Блин, ну вот это вот, кстати, нифига не смешно.
Так, давай, гоним ее. То есть мы это уже проходили, можно было чуть отмотать, а игра, соответственно, за нас это уже и сделала. Отлично. А то у меня уже реально были сомнения. Так, мы здесь пройти не можем, ворота мы освободили. Все замечательно. Как и было очевидно, да, за мальчика нужно было убрать бочки, освободить проход. Так, берем наш шарик. Так, к концу дня забираем медальку. Что такое? Что такое? Там птенцы? Серьезно? Ну ты же позаботишься о них. И медальку заберешь. Все равно она несъедобная. Посмотрите-ка, все на месте. То есть все должно быть хорошо. Вот сейчас реально никаких не должно быть преград. Просто все... Все должно быть на мази. Все утвердили, да. Блин, мне не нравится, что там дед такой затейливый. Так, скворечник соорудил. Ох, какой он заботливый-то. Все из-за этой птицы. Смотрите-ка, камни исчезают. Здорово. Грузовик проезжает, ребенка нету, собака не мешается. Все? Мы прошли игру? Сейчас будут, наверное, субтитры. Опа. Опять сын. Подожди, где жена? Инвалидное кресло. Что не так с этим миром? Твою ж налево-то, а? Что не так, чувак? Да, я точно такой же сейчас злой, блин, крушу здесь стол со всеми гаджетами. Спокойно, дыши глубоко, руки вверх подними. Так, отлично, нарисовалась супруга. Бери кресло, погнали. У нас есть шанс, бро. Давай, 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 кати к своей подруге. Что на этот раз произошло? Смотрим. Никак эта история не закончится. Это очень интересно. Едет, едет. Не спеша. Так. Ребенок. Отлично. Исчезла версия. Коробки раскинуты. Исчезли. Камни. Исчезли. А на этот раз... Ух ты, ураган, метель. Смотрите-ка, погодные условия. Ну вот сто пудов нам нужен будет дед. Но как он повлияет на погодные условия? Нет, ну ты на молнию так отреагировал. Он даже в тебя не попало. Это глупо было. Из-за молнии. Нельзя было ехать чуточку помедленнее. Для этого существует скоростной режим. Чувак, все понятно с тобой. Ничего хорошего. Так, опа-на. Опа-на. А что это у нас начало небо трескаться? Так, нам срочно нужен дед. Давай, пойдем искать карточку деда. Сейчас сразу станет все на свои места. Конечно, нам не сюда. Так, давай на задний двор. Весь сок именно здесь. Так, едем, едем. А вон, я уже вижу картину. Отлично. Лужи, дождь, грустно. Давай, давай, дотрагивайся. Он здесь тоже сыграл какую-то роль.
Так, отлично, картина появилась. Давай, поехали назад. Жаль, у тебя нет ускорения. Ну, сюда тебе не судьба. По лестницам ты у нас не ездишь. Так, давай заезжаем. И снова в нашу волшебную комнату. Так, где дед? Где дед? Я хочу деда. А, вот у нас здесь еще место-то спряталось. Я и думаю, блин, все ячейки забиты. Откуда что дед-то взялся? Ой, блин. Который раз попадаюсь. Снова и снова на эту уловку. Спасти ее, да, деда. Ее. Погнали, чувак. Вселяйся. Он не хочет. Или ты думаешь, как он реально влияет на молнию? Ты сомневаешься? Не очкуй. Прорвемся. Ох, страшные звуки. О, да. Так, время 3 часа, самое начало дня. Дедуля у нас что-то мастерит. А, смотрите-ка, подарок! Точняк! Это из-за тебя, старый хрен, все случилось. Если они не поехали бы, а точнее ты не подарил подарок, все было бы нормально. Может быть, просто надо за деда сейчас разбежаться и удариться головой об стену, и все будет ток. Да, да, это подарок, но тебе его нельзя, ты еще маленький. И всю игру, кстати, мы очень ждем, что внутри коробки. Да, да, это вам подарок. Сколько счастья-то, а? Может, там пусто, может, дед провидец реально знал, что они просто возьмут, соберутся, уедут. Да нет, она хотела подарить это мужу, и дед просто смастерил, она обрадовалась. Да, да. Снова идет наверх. Так, записи. То самое наше место. Любовное гнездышко. Так, ребята, поехали. Что такое? Воу-воу-воу, не надо так кричать, блин, мне же страшно. Хорош. Мне становится стрёмно. Ребята, это пипец. Все, у кого выключен свет и нормальный звук в ушах, блин, это вообще жара. Так, нам дадут сейчас сыграть, да, за него? Да, он кивнул. Хорошо, дедуль, давай. Изменим этот мир к лучшему. Итак, друзья, мы с вами начинаем. Да, нам дали управление. Итак, раз у нас есть управление, мы можем с вами попробовать что-нибудь изменить. Так, если мы подойдем сюда, то получается мы снова дадим этот подарок. Делать нам этого нельзя. Но мы все же попробуем. Может быть, в этой сцене можно будет что-то изменить. Опа. Она опять плачет. Это неверное действие. Дед снова выбрал подарок. То же самое. Блин, как же она ужасно кричит. Это стрёмно. Так, поехали сначала. Так, туда нельзя.
Мы выяснили. Давай, дед. Опа. Это что за фигня? Это ограничение. Может, к охотнику подойти? Блин, что творится-то вообще? Ну, поздороваться, конечно, здорово. Да-да-да, ворошиловский стрелок. Так, ну музыка стала-то повеселее. Может, не зря все-таки. Опа, очки. То есть, получается, и сюда в дом нельзя будет снова. Ох, нифига себе, что происходит? Этот мир рушится. Может быть, вот в эту часовню нужно будет, где она стояла наверху. Так, там, где мы пускали змея с внуком. Проход закрыт. Так, у него есть ключ, помните, была дверь наверху. Давайте попробуем пройти. Ну, сто пудов, ну, елки-палки, голова. Так, отлично. Все, он делает клюкой. Так, бежим, бежим, бежим. Давай заберем шарик, отлично, сжег целых 6. Так, есть две тропинки. Ну, пойдем наверх, естественно. Шарик-то надо взять. Музыка такая настораживающая. Уже вот, мне кажется, вот-вот будет какая-то развязка. И ворота закрыты. Здрасте, приехали. Здесь тоже. Куда прикажете идти? Ага, может быть сюда. Рассмотреть. Здесь какой-то алтарь. Причем это, походу, отец охотника. Здесь ничего. Тут одни могилы. Опа. Это его супруга. Так, и... Взял снова подарок. А сделать он ничего не хочет. Ну что, придется вернуться. Сюда нет. Так, куда же нам идти? Ну, давайте попробуем к остальным соседям сходить, но... Я очень надеялся, что развязка будет именно здесь. Так, ну нет, здесь мы не спрыгнем. Обратно же можем с вами пройти. Оп, еще шарик. Так, окей. Нет, это... Снова не туда. Во, мы можем пойти к соседке. Блондинке. Давай, поздоровайся, что ли. А, она несет открывалку. Так, хорошо. Если мы пойдем дальше. Нельзя. Так, здесь у нас... Не, не поздороваться, я думал, ты дверь откроешь. Хорошо, ты уже... Мы это уже видели. Дедуля, повторяешься? Так, давайте... А, мы же с другого входа, кстати, в дом. Да нет. Смысла нету. Блин, задолбали, что делать-то? То же самое все будет. Просто эти стены. Че, ничего не решилось? Я шарики собрал. Может быть, они какую-то роль сыграют? Ну да, опять дед с подарком. Это все шляпа. Так, какие у нас тогда варианты, друзья? Что-то совсем теперь растерялся. Так, что нам с вами делать? Однако
Смотрите-ка. Опа, вообще сюда даже нельзя теперь. А как туда пройти? Милейший. Что-то они нам теперь все перегородили. Не осталось ни одного варианта. Снова домой надо идти. Так, допустим. Может быть, здесь что-то посмотреть? Так, ага. Это наша... Дед с бабкой. Так, окей. Воу-воу-воу-воу-воу. Хорош. Так, пойдемте шарик заберем. В любом случае. Так, отлично. Здесь чуть больше ничего нету. Ну, не зря вот этот проход открыт. Так, здесь у нас дерево. О, мы можем открыть калитку. Хе-хе, нас так просто не остановишь. И что, снова к охотнику? Ты уже с ним здоровался. Какой-то эмоциональный. Так. Что, снова подарок дарить? Ты что, серьезно? Либо на школу, да? А она не дает нам дарить подарок, а мы стараемся. Смотрите-ка, в любом случае, походу, все-таки целью будет это сделать. Ух ты! Смотрите-ка, церковь разрушилась, храма больше нету. Мы обойдем с черного хода. Воу-воу-воу, все рушится. Что же нам делать? Офигеть! Ну, мы дойдем. Мы дойдем. Так, стопэ. Нет, все нормально. Проход-то открыт. Да, друзья, мы все равно дошли. Мы сделали это. Вот так вот. Вроде бы казалось, что не надо сюда. А оказывается, наоборот. Нужно стараться чаще и чаще. Вот так вот. Обманчиво. Ну, плачу я, конечно, ужасен. Ой, опять перечеркнуто. В смысле, такого не было. Оу. Что творится? Так, ну и... А он на кресле. Нет, друзья, он на кресле. Опа, силуэт деда. Охотник. Мальчик. А почему они все просто стоят? В какой мир мы попали? Ой, он исчезает. Зачем ты это сделал? О, ужас. Снова дед идет с подарком. Зачем они показывают это снова и снова? Мы же знаем, что она делала. Она все равно идет наверх, смотрит на картину. Охотник бежит за птицей. Так, опа, мы проснулись. А, ну он от выстрела проснулся, конечно, так и было. Мячик не стали играть. Блин, что же будет? Что же будет, друзья? Момент истины. Да-да, снова на пикник. Так, она показывает на то место. То есть, получается, нужно... исправить ситуацию, чтобы мы туда не поехали. Ну, по идее, это было очевидно с самого начала. И как мы сейчас будем это исправлять? Мне вот очень интересно.
Так, поехали к ребенку. Ничего не понимаю. Так, на велосипеде. Хорошо. Опа, сюда нельзя. Что, обратно? Ну что тут не так? Попробовать еще раз. Нет, все сложится таким же макаром. Что-то нам нужно исправить. Только что. Нет, она снова поедет в это место. Все то же самое происходит. Ничего не меняется. Так. Стоп, он ее тащит поиграть, вместо того, чтобы она отдала открывалку. Так, может, все не просто так. Смотрите-ка, он прошел. Она показывает то место. Все равно так и осталась она с этой картиной. Время 3. Ох, жесть. Так, ну давай попробуем. Так, что мы будем делать на этот раз? Так, если... Может быть, всех надо также активировать? Или нужно кого-то активировать, одного определенного. То есть мы сделали версию покачаться на качелях. Девушка покачалась с ребенком на качелях, но это не изменило ситуации. Или можем оставить его с мячиком. Охотник там так и остается. Проехать мы никак это не можем. Допустим, качели. Так, а почему велосипед? Она на велосипеде. А мальчик на качелях. Так, мальчик у нас качается. Может быть, лучше, чтобы они все-таки не встретились, а та девушка будет на велосипеде, да, наша соседка. Так, охотника по-любому менять, да, здесь через деда можно проехать. Так, ну давайте попробуем. И что, мальчика поменяем тогда на качели. Так, смотрим. Охотника не видно. Дедуля дарит. Так, в обычном велосипеде. Опа, она увидела нашу супругу. Так, подарок, ага, та рассказывает. Поэтому, скорее всего, они не встретят. Так, уже сцена у нас изменилась. Охотник не разбудил, получается, нашего главного героя. Вот это прикол. Так, мальчик у нас также играет в мячик. Опа, он все равно разбудил батю. Короче, нужно, чтобы он на качелях качался. Нельзя будить батю. Или все норм. Так, стоп. Теперь он берет фотографию.
Теперь он берет фотографию, вы посмотрите. Он придумал, он хочет отправиться снова в это место. Теперь инициатор этого мы. Так, смотрите, а баба спалилась. Она не успела подойти. Но он предлагает ей поехать туда. Опа-на. Ситуация изменилась, конечно, но, как говорится, от перестановки мест слагаемых результат один и тот же. Вот тяна. Так, мальчика нужно будет сажать тогда. Опа, стоп. Мы снова проснулись. И ни хрена. Слушайте, а почему не надо менять мальчика? То есть он теперь свою вину будет чувствовать, что ли? Да, чувак, все как-то очень сложно. Так. Давай, бери коляску. Ты хочешь сам пойти? Бери коляску. Вот это сила воли, братан. Нельзя вот так вот сидеть. Он не реагирует на действия. Бери уже с третьего раза только в этой игре все получается. Что-то он совсем опустил руки и паник. Давай, чувак, нужно что-то сделать. Явно есть какой-то шанс и решение. Нельзя просто сидеть, сложа руки. Поехали снова, перепишем все картины, все будет окей, я тебе отвечаю. С кого только начать? Опа! Забыть? Ни хрена себе! Че, мы можем все разломать? Чувак крушит все. Вот эта атмосфера, как в фильме ужасов в натуре. Давай, чувак, ты можешь. У нас появился шанс. Я же говорил, что все получится. И это что такое? А, подъемник? Да не вопрос, поехали наверх. Карета подана, сэр. Так, давай, сделаем это. Жми кнопку. Я уж думал, она сейчас сломается, он там упадет вообще, и руки теперь будут парализованы. Ого, он видел свет. Поход солнечный. Нет, вряд ли. На улице темно. Что это? Это детская. Что за фигня, чувак? Тут какая-то странная атмосфера. Не хватает единорога. Воу! Нельзя ж так сзади подкрадываться-то. Так и довести человека можно. Хорошо, у него форма лица еще не меняется и не превращается в какого-нибудь страшного монстра. Да, это жесть. Ну, развернись, повернись, что ли. Мне не дает управления. Я боюсь поворачиваться назад. Давай поедем вперед. Блин, ну она сзади. Ты не хочешь посмотреть? Да, Юнь. Опа-на. Что за записи? Это записи, как что нужно поменять. Это все, что мы с вами делали. Охренетушки. Ого, она, кажется, все.
да, Супермен. Смириться. Ну, давай. Давай смиримся. Итак, они снова молодые, они сидят с этим подарком. Наконец-то, надеюсь, он сейчас откроет, и мы узнаем, что там было внутри. Ой, поцелуйчики завезли. Безгубые. Так, ну мы это уже проходили. Начался дождь, они, естественно, побежали в тачку. Он... Открывай, открывай, тебе есть шанс. Сделай это сейчас. Зачем нам снова бежать в машину? Открой подарок, чел. Нет, друзья, нам не разрешают. Проблемка. Ого. Что за страшный звук? Так, он не сел в тачку. Он не сел в тачку. Он не хочет. И что мы будем делать? Давай отойдем тогда. А, ты к ней подошел? Она не понимает, подскажи ей. Правильно, идите пешком, все будет окей. А, она за руль? Вот так ты решил это сделать? Ты серьезно? Интересно. Сказать ей все, ну скажи. Интересно, а все это то, что произошло, все, что мы сегодня делали, все, что мы делали за все эти летсплеи. Говори, говори, не держи в себе, это очень вредно. Он действительно и по ходу рассказывает всю эту историю, но что-то я не вижу реакции. Как-то он слишком скромно, а у нее вообще реально просто, ну, никаких действий. Ого! Вот это поцелуй. Итак, что же будет дальше? Какой разворот событий может принять эта игра? Она каждый раз удивляет. Каждый новый шаг — это какая-то новая история. Очень интересно. Пойдем на дымок. Блин, походу это тачка. Блин, да, это машина. Ну, по крайней мере, она стоит. Может быть, все хорошо? Может быть, это его просто не стало, а не ее? Но она его видит. Конечно. Ну, я не понимаю. Кто будет жив, а кто нет. Давай, разверни, наконец, этот подарок. Давай. Покажи нам всем безумно интересно, что там внутри. Сделай это, чувак, для нас. Он плачет, походу. Успокойся, все норм.
Что там внутри, чел, не томи. О, нет. Вот тяна, я так и думал, что обернется именно так. Почему он остался один? Получается, он всех спас, а самому спастись не получилось. Она осталась беременна. Вот тяна ситуация. Да, я в шоке просто. И снова эта птица. Друзья, пожалуйста, отпишите в комментарии, у кого какие представления, что лежало в этой долбанной подарочной коробке. Вся эта история была именно из-за нее. Да, история очень грустная. И реально концовка, ну, прям невероятно необычная. О-о-о, друзья, это, ну, очень было круто, весело, грустно по большей части. И любопытно, очень интересно, что в игре происходит дальше. Реально меня, я не особо люблю жанры, там, проходить вот эти вот бродилки, квесты, особенно где нужно взрывать мозг, там, принеси, там, блин, бегай час в один конец коридора, там, чтобы принести другую, там, какую-то часть, и потом час еще обратно. Но здесь все как-то было очень интересно и не напряжно. Хоть мы и бегали, переделывали сотни, там, раз все эти истории, но это все совершенно по-другому. Какой-то новый уровень вот этих адвенчеров, там, квестов. Блин, мне очень понравилось, надеюсь, что вам тоже. Так что ставим обязательно большие лайки под видео, подписываемся на канал, кто этого еще не сделал, и не забываем писать под роликами хэштег «Привет, Витек». Я постараюсь передать привет каждому в каком-нибудь из роликов, в каком-нибудь его фрагменте. Ну что же, всем спасибо, игрушечка пройдена. Еще раз говорю, просто безумно интересная история. Надеюсь, что всем понравилось. Всем спасибо, кто смотрел, за ваши отзывы, позитивный настрой. Всем пока, друзья!